Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, чего коснется и подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но сюда, под ножью величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни. Вечная слава героям Сталинградской битвы, живым и палкам, тем, кто сражался за нашу советскую родину.